Воскресенье сегодня, 1 сентября. Батюшка в городе. Ну вот, сходили мы в храм, помолились. Ну и пошли проверять рыбу. Надеваем сейчас все время спасательные пояса. Ветер очень сильный был, сильный. Ну, то есть корабли и те в гавани идут. Вот мы пришли уже оттуда. Ну, конечно, рыбы много меньше. Ну, что-то есть. Сейчас будут выбирать. Подожди, Володенька. Ну, давай, считай парами. Четыре, шесть, восемь, десять, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28. 32, 34, 36, 40, 42, 44, 46. Второе ведро возьми. Поровну надо разделить, поровну. 68. Еще парочку, если бы было. 70. 72. Больше нет. 72. Толковника. Септуагинта, 72 переводчика. Ну вот теперь мы опять пойдем. Кому-то дать, кому-то послать. И все тогда на это. Вот 1 сентября охотники тут стрельбу устроили какую, не знаем. При нас не было ничего. Ласточки летают очень низко, значит будет непогода. А небо вот какое. Это я на восток смотрю. Медленно поворачиваюсь. Красота какая. Деревня. И рыба своя, и овощи свои. Все, что душе угодно. Особенно вот как у нас. Друг друга все знают. Протирать сейчас будем.